Так, поевший брусники, иду на смену. Но ты что-то рано пришел. Че? Рано пришел, да. Да давай, иди отдыхай. Да я еще не успел, кстати, че. Ну ладно, говорил. Жила снежная, которую нам предстоит работать. Вся изрыта. Так. Сейчас я покажу. Расскажите, пожалуйста, Александр Владимирович, про эту ямку. А что это ямка? Это мы вот в прошлый раз, когда были. В прошлый раз я был один, позапрошлый раз, когда мы с тобой были, мы взяли здесь занор. Наверное, самый лучший, который мы пока нашли на Адуе. Но глубоко. Ну, глубоко, да, но зато там были дымчаки такие хорошие. Большие, крупные, достаточно чистые. Вот. А сейчас будем долбить. Сейчас будем, да, почему мы оттуда ушли. Работать вообще невозможно, нам как бы тепловые удары не нужны. Солнечные мы сейчас с инструментом ходили и то чуть не сдохли, пока дошли. Поэтому перебрались сюда в лес, а здесь тоже солнышко есть, но здесь хоть тень искать не надо, а там ее просто не найти. Вот, сейчас мы будем, вот покажи место, где мы будем долбить. Вон там лопата стоит штыковая. Иди покрупнее, наведи, я покажу. Так, сейчас я от солнца. От солнца повернусь, потому что. Ты бы отключал камеру-то в это время. Невозможно. Вот идет. Показываешь? Навел? Только не крупно. Сам не вижу. Рукой покажи. Че рукой? Вот. 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 Ага. Вот идет пигматоидная жилка. И вот с этой стороны. Где ты не увидишь? Видишь? Вот идет пигматоидная жилка. Вот она. И где-то в этом месте, соответственно, должна пересекаться. Сейчас мы будем на это место. Здесь я в прошлый раз, когда был один, я взял кармашек сверху с дымчаком. Ну, дымчак какой мутный был. Ну, тут зона разморозки. Поэтому, как бы, это так и должно быть. Вот. Ну, а сейчас мы этот козырек будем снимать и идти вглубь, потому что жила падает вот так вот. А поскольку она падает так вот, то на глубине метров трех она будет находиться где-то в этом месте. Все, поехали. Поехали.